На первый взгляд незначительный, но важный тактический нюанс – это быстрый переход из защиты в нападение. Команда «Красных Беларусь» сейчас в данный момент в защите, но синие бросают. Макс Людвич только-только подбирает мяч. Обратите внимание на Сергея Бабищевича. Он делает ранний рывок в дальнюю сторону от защитника, в дальний угол, который в данный момент свободен. Это уже возможность для получения там мяча. При этом на него смещаются два защитника. Макс следующий дочитает, и абсолютно один остается Андрей Рогозенко. Поэтому это очень-очень важный момент. Поиск в транзишене максимально быстро свободных точек для того, чтобы либо вы сами, либо ваш партнер оказывались абсолютно открыты. Транзишен 3 на 3 – это очень-очень важная составляющая игры.